папа, кто-то пригласил, сказал там, бери мелкого. Ну, все, соответственно, вот так я попал на хоккей. И я не могу сказать, что там сейчас красивую историю какую-то рассказывать, типа, о, я влюбился на всю жизнь там и понял, что я хочу и так далее. Нет, то есть, ну, мне понравилось, да, круто, прикольно, эмоционально, атмосферно. В 90-е годы никаких особых развлекух не было по сравнению с тем, как сейчас. Была прикольная вот эта атмосфера того, что и мы сидели с кем-то, я не помню, кто-то, какой-то тоже парень был, ну, моего возраста, там, соответственно, там, те же 10, там, 9-10 лет. Вот. А рядом отцы сидели там, с друзьями, было выкуплено как бы места, ряд перед, ряд сзади, ну не ряд, а 2-3 места перед, 2-3 места сзади, и вот отец сидел, пустое место, которое тоже выкуплено, и второй отец сидел. Ну здесь было бухло. Закуска, да, то есть закуска. Тогда ходили, потому что это было времяпрепровождение. По-моему, мне кажется, в 90-е, кроме театра и хоккея, вообще, по-моему, ничего не было. Вот, из развлекух каких-то, из движух. Концерты были редкие, тогда там все в упадок пошло. Ну вот, ну и все, и вот они, соответственно, сидели, пьянствовали, веселились, общались, смотрели хоккей. И это было именно как досуг такой был. Вот. Ну, папа меня привел, мы пришли, мне понравилось, все, я хотел на хоккей, то есть такого, что я там, не знаю, понял, я даже был там когда-то зарегистрирован в этом фанатском секторе Ультрас, как там участник, что-то там, ну, то есть я походил туда раза два или три, я понял, что это немножко не то, ради чего я хочу ходить на хоккей, да, прикольно, ты выплескиваешь эти эмоции, там, кричишь эти кричалки, все, это классно, ребята эти молодцы, они ездят по всем городам, поддерживают команду, и здесь они являются такой основной движущей силой, заводилами именно эмоциональными. Но я как-то вот сразу для себя понял, что мне нравится смотреть, мне нравится общаться с тем, с кем я пришел, и, собственно, в таком контексте я остался, да, я могу что-то покричать, там на эмоциях, там, естественно, волну встану обязательно. Вот. Ну, то есть, у меня не такого, что фу, дураки какие. Нет, наоборот, я очень круто, что все это есть, что это движуха. И дочка у меня болеет прикольно, я ей объясняю эти кричалки все. Там, папа, что они кричат? Там красно-черный, красно-бело-черный. Она такая, ага, поняла, там, поперепутала 2-3 раза, а потом начала правильно кричать. Ну, ничего страшного, вот так. А, да, было путешествие на мотоцикле в поддержку омских болельщиков. Я все же всегда акцентирую на это внимание, что цель поездки была именно проехать по городам, хоккейным городам, которые играют в КХЛ, и чтобы местные болельщики поддержали омских болельщиков, которые на какой-то период времени остались без хоккея в Омске, потому что команда была вынуждена переехать. Я проехал, ну вот если брать хоккейные города, это получается Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Казань, Нижнекамск, точнее Нижнекамск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Череповец, Санкт-Петербург, Москва. Вроде ничего не пропустил. Как можно больше побед, можно больше голов, красивых моментов, интересной борьбы, вот прям такой. Ну и, собственно, главное, еще раз говорю, ребятам без травм. Дальше я охреневаю, звоню коммерческому директору и говорю, слушай, говорю, там же будет символическое вбрасывание перед началом игры. А, ну перед этим происходит что? Мы говорим о том, что было бы прикольно закончить трип, вот это путешествие, да, выездом на арену. Да, давайте технически все прикинули, все это возможно, все реально. С Сушинским, он тогда был президентом «Авангарда», согласовали. Крылов тоже подтвердил. Все нормально, то есть все довольны, все счастливы, согласовывают мой выезд на арену, мое приветственное слово как болельщика болельщикам, все четко, все понятно. Ну и там за день, по-моему, до выезда я охреневаю, звоню коммерческому или пишу коммерческому, говорю, слушай, там же будет символическое вбрасывание. Он такой, ты давай кандидата сади, и так там много внимания, тебе нормально, ты выезжаешь, приветственное слово говоришь, а там наверняка приедет губернатор там, Московской области, либо мэр Балашихи, либо найдем какого-нибудь авторитетного там хоккеиста или еще кого-нибудь, ну, в общем, или министр спорта там может быть. В общем, найдется кому выйти и сделать вбрасывание.
Я говорю, ну все, ладно, раз там все важнее меня, как бы есть, то я это. Я, мне и так кайф, все хорошо. Но часа за 3, по-моему, он мне пишет: ну, видимо, ты самый важный. Или что-то типа такого, или там, типа, тебе там повезло, сошли звезды. Я не знаю, кто-то отказался, не смог, или что произошло. Ну, короче, в общем, в итоге удача развернулась ко мне всем, чем только можно. Вот, да, и он мне говорит, что ты будешь делать это первое символическое вбрасывание в Балашихе. Классный был момент в Череповце после матча, когда хоккеисты благодарят болельщиков. Ну, это везде так происходит, да, то есть гостевая команда подъезжает к сектору, где сидят болельщики гостевой команды. Как правило, это первый сектор. И был классный момент, когда они подъехали все с клюшками и вот так сделали, типа как на мотоцикле, да, это было прикольно. Ну, да. Like it's 1986 now.